Журналист Стив Ким прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина с Билли Джо Сондерсом. С чего бы Головкин откладывать бой с Сондерсом, если контракт о поединке с Канело еще не подписан, не заверен печатью, да и вообще нет никаких гарантий того, что этот бой состоится. У 3G же есть шанс исполнить свою мечту и воплотить хэштег «Всепояса» в жизнь. Ожидается, что он встретится с Билли Джо Сондерсом в июне в Астане в рамках международной выставки Экспо и получит за этот бой свой рекордный гонорар – 10 миллионов долларов. Отметим, что Экспо является одним из главных спонсоров Головкина на протяжении нескольких последних лет, а также он назван официальным послом предстоящего события. У него все на столе – шанс объединить пояса в среднем весе, возможность сделать самый большой пейдей в карьере, а также в кои-то веки подраться в Казахстане. Люди действительно думают, что он упустит такую возможность. Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на Канело, считает Ким.